Других пока нету, с кем соглашаться. Ну. Итак, сегодня меня позвали на съемку какой-то элитной воды. Съемка будет 3 часа, мне скинули референсы, нужно будет образ подобрать самостоятельно. И там такое все пастельное, фиолетовенькое, такое всякое, ну, полуяркое что-то, полупастельное, такое подростковое. Я прикреплю фотографию. Сейчас вот я пытаюсь подобрать что-то, что бы подходило. И скинуть им на проверку, чтобы они одобрили, там что-то сказали, не знаю. У меня из ярких вещей есть только вот эта кофта голубая, буквально. Потому что все остальное у меня пастельное, такое бежевое, белое, черное, очень все простое. Поэтому один образ у меня будет такой. Так вот интересно, сшиты джинсы, что как будто бы в этих джинсах я выгляжу худее, чем в серых джинсах. Я вот на них смотрю. Хотя они небольшие вот в талии, и, ну, как бы вот. А в тех я выгляжу, вот видишь, реально как бы просто пассатор. Я прям сейчас просьбу поиграю. Шок. Да. Ну, Левайс. А у меня тоже Левайс. У меня хороший Левайс. Голубые джинсы, голубая кофта. Причем есть голубые кроссовки. Да, конечно, яркость жизни вообще 100 из 100. Второй образ, который я своровала у мамы, это вот такой вот голубой такой костюмчик, офигенный. Мне кажется, он прям супер подойдет. Я сейчас отправлю на согласование, но я более чем уверена, что они выберут этот, потому что он вообще шик и блеск. Сейчас домой. Я забрала мамин костюм, чтобы завтра взять его на съемку. Что это за связь с космосом? Можно поинтересоваться, пожалуйста. Вот. Такая вот мамочка. Какой маникюр у нас, кстати, получился красивый. Я вернулась домой с маникюра. Вот такую красоту мы сделали. Да, сейчас я была у мамы. Как мы помним, возможно, моя мама мастер маникюра. Самый лучший, кстати. Вот ее инстаграм в Санкт-Петербурге. И мы с ней обсуждали ситуацию, которая у меня сейчас развивается с модельными агентствами. Если помните, в прошлом влоге я рассказывала про модельные агентства, в которые я уже ходила на кастинг. Меня как бы условно взяли. Но мне надо было сделать снэпы и тесты. Все было нормально, пока я не сказала о том, что я буду делать снэпы и тесты сама. Поэтому завтра я еду на съемочку, все вам поснимаю, девочки мои любимые. Расскажу, покажу эту модельную начинающую жизнь. Так, я встала в 7:30 утра. Не спрашивайте меня, как я себя чувствую, потому что чувствую себя ужасно. И сейчас буду краситься, собираться, одеваться и выезжать на съемку. Итак, я собралась на съемку. Я поеду в том же, в чем вчера, что меня попросили. Это надеть голубые джинсы, голубая кофточка. Такая. Вот такой вот у меня огромный с собой пакет с кроссовками, с этим, с костюмом. Такая вот иду.
шмотки не пригодились. Мне подарили такую бутылочку воды, пожалуйста, обратите внимание, покупаем во Вкусвилле, в Азбуке Вкуса на Озоне. Хочу сказать, что съемка прошла прикольно, мне понравилось очень, поскольку я все-таки начинающая модель. Не то чтобы я не уверенно себя чувствую в кадре, я хорошо себя чувствую, я чувствую себя красивой и так далее, но была у нас девочка, у нас было трое девочек, одна из них, она преподает позинг, то есть она прям профессиональная модель, 13 лет, она мне рассказала. И она очень классно дает эмоции всякие, там, ну, как называется, корчит рожицы и так далее. И именно это и нужно было. Я тоже старалась это делать, но это как будто бы не в моей природе, что ли, я не знаю. И мной, и второй девочка, как я поняла, не особо были довольны. Вторая девочка мне тоже сказала, что ей сказали, что у нее типа мимика какая-то не такая. И как бы, в принципе, мне тоже дали это понять. Это немножко грустно, но, наверное, это просто повод над этим работать, об этом задуматься, улучшать свои навыки, потому что я не проходила никаких курсов, ничего, как бы, ну, откуда бы мне научиться, по идее, да, вот этому позированию всё, и всему такому. Чтобы отвезти маме костюм, который она мне давала на съемку, он не пригодился, мы фоткались в одежде, которую нам принесли, они, я тащила с собой огромный мешок. Мне пригодились только мои кроссовки, ну, бог с ними, ладно. И я оделась даже специально вот так вот, да, то есть это было как бы два образа у меня. Ну, ладно, ничего страшного. Короче, вот, приехала к родителям, сейчас оставлю костюм, перекушу, потому что я что-то прям очень голодная. Я сейчас посчитала, я последний раз ела 6 часов назад, в 9 утра, сейчас 3. Вот так вот. Поэтому модель проголодалась, сейчас поест и побежит по делам. Всегда, когда я приезжаю к родителям, я ем вот этот авокадо-тост. Поэтому сейчас я с кайфом скушаю эту булку. Ой, я такая голодная, если честно, просто жесть. Я не ела 6 часов. Я ем обычно меньше, но чаще. Вот, мне так более комфортно, я ненавижу вот это вот набить брюхо и потом ходить полдня, вообще это не мой формат. Я очень не люблю голодать и стараюсь вообще максимально этого избегать. Хочу подробнее вам рассказать, как прошла съемка. На самом деле все было в целом неплохо. Мы снимали бренд элитной воды. Нам сказали, что она продается во Вкусвилле, в Азбуке Вкуса, на Озоне там можно сказать и так далее. Это минеральная вода, она какая-то там ультраполезная. Я ради интереса сейчас глянула во Вкусвилле на сайте эту воду, она реально у них продается. Литр этой воды стоит 270 рублей плюс-минус, то есть на самом деле реально не так дешево. Я забрала себе маленькую бутылочку воды, нам дали. Мы фоткались 3 часа с 11 до 2, но поскольку у нас было 3 модели и один фотограф, то есть, да, в принципе, одну модель там фоткали. Мы даже, кстати, вместе ни разу не сфоткались, что интересно. Тогда смысл был. Одну модель фоткали, а мы вдвоем там сидели, например. Мы просто часа полтора ляса точили с одной девочкой, моделью. И там как-то еще немножко меня выдергивали там рилс снять и так далее. То есть по факту работа не пыльная, знаете ли. Потому что однажды я снималась для каталога одного бренда. Я, наверное, прикреплю какие-то бэкстейджи. У нас тогда было две модели, и 4 часа студии, практически все 4 часа фоткали одну меня. Сняла одежду, надела новую, вот так вот отфоткались все со всех сторон. Ну, то есть реально достаточно сложно, потому что на один образ у нас там было буквально по 3 минуты, я устала. Это, конечно, совсем другое. Тут 3 часа, и, говорю, половину, наверное, из них я просто там сидела в носу, ковыряла, как говорится. Возможно, вам интересно, сколько мне заплатили за съемку. Вообще, они позиционировали как 3000 за 3 часа работы. Мне задавали вопрос, сколько зарабатывают вообще модели и так далее. На самом деле, я пока тоже в этом всем плаваю. Начинающие модели работают за всякие штуки, ништяки, там из разряда бартер, да, вот пофоткались с водой, вот держите воду, ну, из такого формата, но не с водой, там одежду, например, да, могут дать или еще что-то такое. Вот, за эту съемку мне заплатили 3000 рублей. Девочки, приключения у нас на этом с вами не заканчиваются. Я сейчас иду, мне надо сходить в КДЛ, сдать анализы кое-какие. И потом я пойду домой, а потом я еще пойду на пробежку, потому что я веду сейчас челлендж 20 дней пробежек каждый день. Трэш, конечно. Да, трэш. Девочки, она следила за своим здоровьем, как никогда. Я
пришла после пробежки домой и вспомнила, сейчас такое солнышко светит, что на каждой, вот честно, абсолютно каждой съемке у меня кто-то спрашивает один и тот же вопрос. А у тебя свои глаза настоящие или это линзы такие? Блин, это на самом деле забавно и приятно, потому что да, у меня свои настоящие глаза. Я ношу контактные линзы, прозрачные, но это ничего не меняет, как в очках я хожу, да, тоже, или без очков, или без линз. Глаза выглядят всегда одинаково, они голубые, они красивые. У меня это в маму, спасибо, мама. Вот, как-то так, такая вот... Киска. У меня есть такая вот маленькая бутылочка с просека. Я хочу ее выпить, потому что сегодня был тяжелый день, да. Тем более сегодня мы напили с вами минералки, хватит с нас ЗОЖ ПП. Пора и честь знать, как говорится. Ой, девочки, красиво жить не запретишь, как говорится. Тоже забыла сказать. Ладно, выпьем. Какие пузырьки красивые. Выпьем, девочки, за то, чтобы в нашей жизни было побольше всяких минеральных пузырьков. Нет, плохой тост. Чтоб хуй стоял, деньги были. У вашего парня. Тоже плохой тост. Такие тосты, говорю, как будто я уже напилась, знаете. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня мы будем пробовать воду, которая называется... Белинский киселка, как моя фамилия. Я, кстати, не пробовала ее тоже. Вкусная, нормально. Она как есть сердуки, соленая. Мне кажется, больше на боржоми похоже. На, попробуй. Кстати, сегодня девочка модель рассказала про то, что... Короче, когда у тебя, типа, встал желудок, вот если ты что-то не то съел или тошнит, она говорит, помогает минералка, прикинь. Бедный маленький хаски будет спать со мной. Я думаю, ты мне сказал, бедный маленький я. Нет, Роман, ты что-то бедная маленькая, у тебя все заебись. Нет. Как и у меня, просто мы с тобой немножко ожирели, блядь, по-моему. Жиру бесимся, не знаем, что. При ожирении можно пить белинскую киселку. И вкус. Так, я иду сейчас к своей подружке, которая живет на Петроградской метро. Вот. На улице прекрасная погода, все красиво. Не знаю, слышно меня или нет, это очень шумно. Короче, я не знаю, что со мной вообще случилось. Я что-то очень сильно устала после пробежки, и я прям собиралась к своей подруге 100 лет. Я вышла из дома, я 2 раза вернулась, потому что я забыла карточку, я все забыла, короче, вообще, а голову-то не забыла, моя хорошая. Сейчас иду к подружке, мы будем снимать видео и готовить бургеры. Вот так вот, ждите новое видео на YouTube. Дорогие подписчики, мы с вами сходили в магазин, купили вино, все ингредиенты к бургерам. Главное, купили вино. Сейчас мы немножко прибухнем, чтобы... Готовка лучше пошла. И начнем. Я на этой неделе, кстати, пью уже, по-моему, 3 раз, если я не ошибаюсь. Я не алкоголик, конечно. Вчера я тоже прихожу, такая, думаю, блин, мы будем в субботу пить. Думаю, похуй, выпью и в пятницу, и в субботу. Да, конечно, конечно. Полежала, тональный крем. Скорее, скорее, но... Так, с Дяка, и у нас так мое мнение. Что лучше встречаться с дурными знаками зодиака. Да, потому что разговоры. Вот, ну, нет, они тоже классные. Нет, они долбоёбы. Да блин, ты чё? Точка. Нет, что нет? Нет, нет, я с тобой не согласна. Ты меня за кадром не говори. Я всю жизнь ждала этого момента, чтобы... Я снимаю влог. Да, я миллионерша, я переплачиваю по счетчику. Не умею их подавать. У нас с тобой красивых и пьяных, и свободных, и молодых, и самых... Тут лучших. Какой-то не Rolls-Royce стоит. Ну, так между домами. Может, что-то в том, что не существует. Какой? Ну, какой-то танец. А ты знаешь, какой? Конкретной компании. Ищешь их. Да. И вот мы красные, и богатые, и молодые, и самые... Ты смотрела вообще. Да? Кто? Как? Мы на него тоже посмотрим.
Мы сходили с Лизой, взяли бутылку шампанского и начос я себе взяла, Лиза себе взяла можно я забыла? Наполеон. И мы идем пить дальше, потому что с этой жизнью по-другому не справиться. Вот. Потому что у меня в понедельник экзамен. Да. Я не знаю, это не на один вопрос, а их 40. Вот, поэтому, девочки, так вот. Вот. Угу. Мы смотрим, да. Лиза, главная фанат Кромы Желуди. Я тоже главный фанат Кромы Желуди. Просто вот интересно понять. Да, я понимаю. Мы не употребляем наркотики. Да, очень интересно понять психологию вот таких зависимых людей. Это как-то спасили. Если хочешь пукнуть в метро. В лифте. Внимательно слушаешь. Ну что, отвлекаешься на другие дела. Не конспектируешь. Ну, все, мне, да, не так. Откладываем посторонние дела, досматриваем. Мама опять начала грузить. Поняла. Рома Желудь вперед. Как это называется видео? Подожди. Новое поколение наркоманов и мефедронной закладки про зависимость нового формата. На какой момент смешно? Бля, я ору, потому что мы это смотрим вообще. Ну вот так вот, да. Они были разносторонними личностями. Так, я сейчас выхожу от Лизы, сейчас буду садиться в такси. Немножко как-то я уже отвыкла, так в 12 часов поздно. Возвращаться домой, что я еще не кидалась, этой девочке трэш. В общем, надеюсь, все пройдет хорошо. Блин, у меня так сильно глаза устали. Я прям. У меня линзы же. Блять, и что? Короче, у меня сломалась дверь. Подъезд, мне пришлось подниматься на второй этаж по лестнице и ехать сейчас на свой этаж нужный. Трэш, девочки. Вот так вот. Хорошо посидели с подружкой, сняли видео. Вообще, я пьяная, девчонка веселая. Все прекрасно, мне понравилось. Видео будет веселое, прикольное. Я думаю, что вам тоже понравится. Вот. Я сейчас буду отдыхать, поэтому всем спокойной ночи, всех целую, всем пока. А вот так вот, собственно, выглядит мой завтрак вообще, девочки, ну это роскошь бутиков. И сейчас буду смотреть кино, выбираю, хочу что-нибудь такое глянуть. Думаю, посмотрю вот «Развод по-американски», я уже смотрела его, хочу, наверное, пересмотреть. Сейчас мне нужно сходить на Wildberries, забрать заказ, и потом мы пойдем в кино. И чтобы это сделать, мне надо... встать на ноги, это первый шаг уже готов, прийти как-то в себя и накраситься. Я сделаю свой такой сейчас полюбившийся прям легкий макияж. Это когда я наношу только консилер, румяна, укладываю прозрачным гелем брови. Вот как я красилась для снэпов, по факту вот я сейчас так часто крашусь, мне безумно нравится. А, еще немножко губы, да, я ввожу просто контур карандашом и все, и масло наношу на губы. Я сделала себе еще вот такую прическу, я сейчас тоже люблю ее делать. Это пучок с такими косичками, мне кажется, выглядит прикольно. Я еще надеваю солнцезащитные очки, выгляжу как, ну, короче, как чекуля настоящая, да. Пожалуйста, посмотрите на мой прекрасный лук, какая сегодня красивая. Повернись.
набрали опять кучи еды в Макшнатных все, хотя решили в этот раз, да, хотя вообще в этот раз решили, что мы много не будем набирать, в итоге, как обычно, дохера всего. Идем в кино. Я взяла себе Макфлури, еще шоколадный карамельный, это мой любимый Макфлури раньше был, но он испортился, хочу сказать, но сейчас, как-то он, кстати, выглядит, как будто хорошо. Возможно. Вот этот маленький мальчик, который обзоры делает на газировку, там, на Баунти. Да, Баунти я люблю. Ну, короче, расскажу вам, оставлю свои честные отзывы по поводу нового Макфлури. Да. Что я заслужил? Припасы. Это такая водичка. Газява. Это вообще-то минералка обычная. А у меня клубика 100 килограмм. Мы сходили сейчас на три мушкетера. На Д'Артаньяна. И нам понравилось. Алена сделала себе косички, как у Д'Артаньяна. Я смотрю, ты вовлекся, да, в процесс снятия видео. Но мне очень понравился фильм такой, прям реально с чувством. Там Винсан Кассель играл, господи, боже мой. Ты уверена? Сколько мы баллов ставим? Фильм может хороший, а кинотеатр говно. Кинотеатр реально говно. На самом деле, я, кстати, хотела с тобой поговорить об этом. Газированно. Просто вода? Да. Можно попробовать? Это как будто бы, знаешь, я из родника попила какой-то воды пресной, вонючей. Но очень мягко. Короче, я хочу обсудить, чтобы мы реально ходили теперь только в Мираж, вот этот на Большом проспекте, большой и красивый, потому что здесь просто невозможно. Я сажусь в своей попы, блин, в белых каких-нибудь штанах, мне постоянно то жвачка, то какое-то говно прилипнет, и меня вообще это не устраивает. Все какое-то мерзкое, разваленное, грязь везде. Да все, Ален. Ну, короче, фильм хороший, я себя снимаю очень криво. Фильм хороший, я ставлю этому фильму где-то 7 из 10, мне прям понравилось, было интересно, напряженно. Я вас пачкаю, что ли? Деньга. Здравствуйте.